яблочные чипсы, вкусное варенье, повидло и так далее. Вот это яблоко богатырь у нас, видите. Абрикосовое. По весне мы снимали, как они цвели. Варенье из крыжовника и смородины. Что нарвали сегодня утром? Собираем урожай тёра. Обрываем яблоки, друзья. Вот это яблоко богатырь у нас. Видите? Такое. Снимаем с веток. Ну, град тут был. Немножко их побил. Ну, поесть, наверное, хватит. В ящички вот в эти будем укладывать. Градом их постебало немножко. В этом году яблок. Да нормально. И повидло варили, и компоты закрывали. Будем варить. Вкусное варенье, повидло и так далее. Ну и немножко поесть. Сушим яблочки. Яблочные чипсы. Их местами менять надо, да? Да. А. Сейчас вот эти, которые сыроватые. На электросушке. Ставим сюда. Вот эти вот. И получится чипсы, да? Да. Только яблочные. Яблочные, да. А эти уже... А вот эти хрустят уже, да? Нет. Вот эти хрустят? Нет пока. Нет? А, еще вялые. Да, но уже нормально. Надо досушивать, да. Да. Тут раз прям хрустели. Хрум-хрум-хрум-хрум. А, ну это сушили 2 дня. Да. Урожай абрикос. По весне мы снимали, как они цвели. Основная масса уже осыпалась. Варили варенье. Вот здесь у нас варится варенье. Еще не запенились. Абрикосовое. Но еще висят. Эти маленькие. Крупные уже практически осыпались. Вот здесь у нас. Под ветки подставили колышки. Чтобы они не осыпались. Все равно осыпаются. Яблочки. Урожай яблок в этом году. Яблок тут полно.
ветки гнутся, мы вот поставили под них палочки. Вот такие яблочки. Это Жигулевская. Белослив. Много в этом году. Ломает ветки. Подставляем вот палочки под них. Все равно ломает ураган. Вот так висит все это дело. Оборвали арбузы немножко, они уже поспели. Накладывать будем, мыть, потом в баночки. Вот закончили мы с компотом из красной смородины, подведем результат. Значит, с куста получилось у нас 10 банок смородин, компота из смородины. Вот здесь у нас 8, вы видите, и еще 2 там в работе. Итого с одного куста получилось 10 банок компота. Завтра будем обрывать следующий куст и будем варить уже варенье из красной смородины. Будьте здоровы! Будем варить варенье из крыжовника и смородины. Варим варенье. Смородина, друзья. Сегодня смородина будет.
Вкусное варенье из смородины. Что нарвали сегодня утром? Первая баночка варенья. Смородина. Собираем урожай тёра. Вот такой. 28 октября.